Нафтогаз у арбітражі виграв у Газпрому справу, і тепер Газпром повинен повернути понад 2,5 мільярди доларів. Наскільки це реально і як на собі це відчує кожен українець? Будемо розбиратися в темі разом із нашим гостем Дмитро Марунич, експерт з енергетичних питань, співголова фонду енергетичних стратегій. Це бізнес-діалог, і ми розпочинаємо. Я вітаю вас, Дмитре. Доброго дня. Давайте спочатку подивимось матеріал з цього приводу. Нафтогаз судився у стокгольмському арбітражі із Газпромом за двома зустрічними позовами. Нині маємо рішення, за яким російська компанія має сплатити Україні понад 2,5 мільярди доларів. При цьому за кожний день невиконання цього рішення на користь Нафтогазу нараховується пеня від Газпрому 500 тисяч доларів. На 13 березня вже накапало 6 мільйонів доларів тільки цих грошей. Газпром хоче розірвати контракти з Україною про поставку і про транзит у Європу газу, а також знизив тиск у ГТС, тим самим ускладнивши поставки до країн ЄС. Ще є рішення антимонопольного комітету України за порушення конкуренції на українському ринку стягнути із Газпрому 172 мільярди гривень. Загалом за цими справами Україна хоче стягнути 8,5 мільярдів доларів. Ваша оценка ситуации, которая на сегодня сложилась? Многие ожидали и были ожидания такие, эксперты отрасли, там участники всей этой, этой, вот в общем истории из российской стороны, украинской политики даже ожидали некого разрешения ситуации после решения арбитража по второму иску. Это случилось 28 февраля. Однако наоборот мы получили не то чтобы ясность какую-то точку получили жирное многоточие если можно так сказать то есть уровень неопределенности в отношениях между двумя субъектами хозяйствующими нефтегазом и газпромом вырос в разы и достиг с моей точки зрения максимального уровня за всю историю взаимоотношений данных компаний поясню почему формально да нефтегаз получил хороший такой выигрыш по особенно по транзитному иску там газпром обязали заплатить за все 11 лет действия контракта Оплатить транзит в объеме 110 миллиардов кубов газа через Украину ежегодно. Украина может рассчитывать на 4,5 миллиарда долларов, поскольку мы Газпрому должны 2 миллиарда за газ, вот, в общем, взаимопоглощение этих двух сумм дает искомую э, последнюю цифру 2,5 миллиарда долларов, которые, на которые рассчитывает Киев вот, по итогам арбитражных разбирательств по двум искам. Первым. Однако, как видим, мы, э, я, не, я не буду утверждать, что Газпром не готов платить. Очевидно, что если российская компания проиграет все. Те апелляции, которые уже поданы и будут поданы, там две апелляции будут в суды иной юрисдикции, а также если в рамках э, разрыва контрактной базы, о котором заявил Газпром и что неизбежно нас ждет, то есть Газпром хочет разорвать действующую контрактную базу, угу. если в рамках этого решения будут приняты некие меры, которые приостановят решение арбитража по первым двум искам, то возможно Газпром какое-то время платить не будет. Ну, вот эту компенсацию 2,5 миллиарда долларов. Мы еще не знаем, чем это все закончится. И, очевидно, если он все проиграет, все три иска, о которых я уже говорил, то заплатить придется, и, вероятно, с той пеней, о которой идет речь, где-то полмиллиона долларов США в сутки ну, за какой-то иной период. Однако сейчас прогнозировать выплату компенсации, как это сделал, в частности, президент Украины, который там уже пообещал, что-то зачем-то арестовывать, не знаю. Но, ну, наверное, все-таки преждевременно На сопряжено. В Украины вток... есть. Уже есть имущество? заявление. Нет, имущества нет. То есть оно есть, но вот там все имущество Газпрома это доля в Чао Газ Транзит, это там ну пусть будет там 15 какие-то миллионов долларов в США, это в лучшем случае. Это одна компрессорная станция на в Одесской области, скажем так, которую в свое время строили там партнер, при партнерстве нефтегаза, Газпрома и турецких, угу. турецкого э, субъекта хозяйствующего. У них там у Газпрома там 41% акций, если не ошибаюсь. но это может там 10-15 миллионов долларов, может чуть больше. То есть реальная рыночная стоимость этого актива. Министр иностранных дел Павел Климкин заявлял о том, что будут вести переговоры о том, чтобы на территории европейских стран тоже, насколько это реально? ну, это реально, если Украина подаст э, соответствующие э, обращения в исполнительные службы, и там будет взыскано некое имущество. Речь идет прежде всего о газе, который находится в ГТС стран Евросоюза. Однако нужно учитывать здесь и политические, и иные риски, как вы понимаете. Тут, тут как руководство нефтегаза рассуждает. В Украине этот газ отбирать транзитный не будем. Ну потому что риски. Потому что так, если мы отберем транзитный газ здесь, к нам позвонят, из, условно говоря, из Берлина, угу. и вы понимаете, что будет дальше, наверное. Ну и все понимают, что будет дальше. А вот в Германии, условно говоря, когда уже Газпромовский газ пришел немецкому какому-то покупателю, мы у них попытаемся его отсудить. Наверное, те, кто будут принимать такого рода решения, если они будут приняты, должны четко осознавать те риски, которые оно в себе таит. Как вы понимаете, может быть немецкому правительству, поскольку газ-то уже поставлен немецким покупателем. Это может не понравиться. Возможно, такая история может быть в Польше реализована. Поляки куда более антироссийские настроены. Газ в объемах транзита. Но Если мы его конфискуем, то что? Он куда не дойдет? На рынке стран Евросоюза. Соответственно, претензии будут в том числе и к нам. А мы, что вы понимали, в соглашении об ассоциации есть отдельная статья, в которой написано, что Украина не имеет права препятствовать транзиту. Если она, если она это сделает, то к ней могут применяться, можуть ней можуть прийнятися санкції, в тому числі фінансового характера. Давайте посмотрим сейчас небольшой материал Матеріал об, об арбітражі і повернемося к темі. Угу. Стокгольмський арбітражний суд, або як його ще називають, торгова палата Стокгольма розглядає міжнародні суперечки ще з 1970 року. -го Структура суду включає секретаріат і правління. Обов'язки останнього прийняття рішень згідно з регламентом арбітражу. Справу розглядають зазвичай впродовж шести місяців. Однак, за необхідності, процес можливо прискорити до трьох місяців і навіть менше. До складу правління суду входять 12 членів 6 шведських і 6 незалежних іноземних експертів в галузі міжнародного арбітражу. Вони обираються на трирічний термін і можуть бути переобрані лише один раз. Нині торгова палата Стокгольма користується особливою популярністю як місце розв'язання правових спорів за участі російських та китайських сторін. Почему эти вопросы решаются в стокгольмском арбитраже? Ну, во-первых, этот пункт попал в девятом году, когда Украина и Россия нефтегазы Газпром подписывали контракт. Но считалось, что это некая независимая инстанция судебная, которая однозначно будет в рамках коммерческого права Швеции, это международного коммерческого права, рассматривать такого рода сложные споры. Однако, думаю, в конечном итоге «Газпром», «Газпром» сильно много вопросов, и даже объективно, если мы посмотрим, я тут не хочу сейчас ничью сторону занимать, но давайте вот, что получилось, чтобы так ваши слушатели и зрители понимали. То есть у «Нефтегаза» были претензии к «Газпрому» по поводу транзита. Там есть одна строчка в контракте, чтобы все понимали, эта строчка просто перекочевала из предыдущей версии контракта, а туда есть предпредыдущий, Написано: Газпром должен для транзита поставлять не менее 110 миллиардов кубов газа в год. Все. Точка. Больше ничего. И это не победа подписантов контракта. Там многие говорили, что Юлия Владимировна туда ее внесла. Uh -huh. Это неправда. Эта норма была в предыдущей версии контракта, к которой Юлия Владимировна, там, ну, некоторые ее критикуют за это, некоторые ее там прославляют. Вообще никакого отношения не имела. Эту норму никто практически никогда не выполнял. Никаких санкций за невыполнение ни в предыдущем, ни в текущем контракте нет и не было. Так вот, арбитраж принял решение, что это, эту норму, она должна исполняться беспрекословно, и за все 11 лет контракта русский э, Газпром обязан нам заплатить за все 110 миллиардов, независимо от того, сколько он транзитировал по факту. Он там мог транзитировать и больше, и меньше. Спрос на газ в странах Евросоюза разный бывает. Вот, в то, же, в то же время встречные требования Газпрома, наказать нефтегаз за невыбор газа недобор, причем там гигантские были требования, мы действительно все эти годы действия контракта не выполняли условия take or pay, Это правда. Там гигантские требования. В 2016-2017 году мы вообще в России не купили ни одного куба газа. И даже если предположить, что, э, что вот арбитраж в конечном итоге это большое требование бери или плати не отменил, как почему-то нефтегаза заявляло, он просто сократил его в 10 раз, от 52 до 5 миллиардов кубов в год. Так вот предположим, что получилось, что ну, было бы логично, наверное, если мы не покупали этот газ вообще в 2016-2017 году. А за это время арбитраж вел рассмотрение споров, то по крайней мере, ну, опять же, было бы, наверное, так разумно и паритетно, паритетно все-таки потребовать что-то от нефтегаза. Этого не случилось. Он полностью отбросил все претензии Газпрома и полностью удовлетворил, ну, они как бы зеркальные претензии нефтегаза. Поэтому могу вам лишь констатировать одну простую вещь, что это дает Газпрому определенные шансы в апелляциях и дает Газпрому определенные шансы, в общем, по продлению этих всех ну, рассмотрения тех дел уже с иным составом арбитров. Почему так случилось? Ну, возможно, они плохо судились, я не знаю. Есть только одно предположение, почему арбитраж тут стал на сторону Украины. Мы смогли мотивировать наша, наша сторона то, что у нас резко ухудшилась экономическая ситуация в стране. Ну, нет, ухудшилась и все, нам не нужно столько газа. Окей. А второе, что важно, Газпром в 2013 году продал определенные объемы газа не нефтегазу, а другой компании. Хотя вот Тейкупэ это сохранилось в контракте, понимаете? Он продал тогда 12,9 миллиарда кубов нефтегазу и столько же компании чем Групп Хиртоша. Uh -huh, uh -huh. И формально это могло быть расценено то, что Газпром, при том, что у него были, он сам не выполнил обязательства Тейкупэ. Но аргументация, знаете, такая, в общем, очень слабенькая. Я повторюсь, и, к сожалению, мы не знаем, чем закончится эта история, потому что сейчас не финал. Точки нет, есть многоточие. Ваша оценка, сейчас есть диалог между компаниями? Нет, его не существует. Так это признано уже руководством нефтегаза, господину Ветеренко. Вот, даже вопросы задавали в публичной плоскости. Планируете ли вы возобновить переговорный процесс с Газпромом относительно того, будет ли покупаться российский газ на протяжении 2018 года? Ответ нет. Вообще это нужно было бы делать, уже ходят такие предположения, что на рынке может появиться некий посредник, я объясню почему. Для химической промышленности, например, которая у нас почти уничтожена за эти несколько лет, благодаря реформе, в кавычках, рынка природного газа, 10-15 долларов разницы, а может иногда и больше, между реверсной ценой газа и российского газа, это часто вопрос выживания. Просто работы трудовых коллективов, рентабельные работы, с учетом того, что у нас вся эта химическая промышленность работает только тогда, когда цены на мировых рынках позволяют ей продавать свой продукт с хоть какой-то маржой. То есть она у нас поэтому и проставит по полгода. Это, ну, я, это важно для всей индустрии. Просто у кого-то это разница критична, а у кого-то не критична. Ну, или, или не настолько критична. У металлургов, например, они могут, скажем так, выживать как-то там. Вот. А для химиков это вопрос жизни и смерти. Просто буквально работоспособность. А это огромная отрасль. Это У нас она в свое время была третьей, четвертой по объему экспортной выручки. Сейчас уже, конечно, об этом даже мечтать. Но это... это огромные предприятия с мощнейшим потен... трудовым потенциалом, производственным потенциалом. Поэтому, что важно, конечно, было бы рационально, об этом говорил нефтегаз, возобновить поставки российского газа, тем более есть решение арбитража. Но поскольку стороны вошли в такой клинч жесткий, я пока не совсем даже понимаю, на каких условиях? То есть, нужно подписать ДОП соглашение, которое не подписали, и отсутствие данного документа воспрепятствовало началу поставок с 1 марта. Насколько реально выполнение решения антимонопольного комитета? Ну, честно вам скажу, решение антимонопольного комитета более двух лет, уже если не ошибаюсь. Ну, порядка двух лет как принято. Суде украинской юрисдикции. Ну, да, в рамках украинского законодательства формально суд принял ну, верное решение. Ну, все попытки взыскать что-то какое-то имущество они закончились вот чао газ транзит я уже угу. арест на акции наложил, ну, это там пусть 10 миллионов долларов это в лучшем случае Оно стоило когда газ качало, а теперь оно уже вряд ли что будет качать там все это очень печально тем более россияне собираются запускать турецкий поток и соответственно вот это вот трансбалканский трубопровод и наша его и то, что ведет к Трансбалканскому трубопроводу по территории Украины, там, где находится чао транзит очевидно, что загрузка этой ветки будет падать в ближайшее время, и, и генерировать прибыль это все вряд ли сможет. Поэтому, плюс арестованы еще, есть такое ООО, Международный консорциум по управлению и развитию украинской ГТС, там уставный капитал миллион долларов, если не ошибаюсь, половина нефтегаза, половина Газпрома, тоже арестовано. Арестованы счета представительства Газпрома, там у них борьба идет постоянно в судах, там ну, людям зарплату просто не платят, но это активы. Но ну, это совокупно, ну, может быть, ну, будет ну, 10 миллионов долларов. Тут штраф гигантский. Искать его, ну, как вы видите, не представляется возможным. Что будет делать нефтегаз, если вдруг все-таки Газпром эти деньги выплатит? Да ничего не будет делать. Коболь уже сказал, что их нужно направить на развитие украинской добычи газа. Ну, смотрите, давайте так. Финплан нефтегаза утверждается Кабинетом министров Украины. У вообще уникальная страна. Коболев, например, может там, не давать какие-то документы или не соглашаться со своим акционером. Кабмин – акционер нефтегаза. Угу. Но при этом вот, у нас на обсовет, мы в Лондоне проводим там, сегодня это заседание на обсоветы, и нам на мнение господина Гройсмана, извините, очень наплевать. Вот такая ситуация удивительно в нашей стране складывается. То есть перед акционером никто не хочет быть подотчетным. Поэтому что будет с этими деньгами, когда их выплатят, или если их выплатят, но это будет зависеть от кабинета министра Украины, прежде всего, поскольку именно эта инстанция в ближайшие годы, пока нефтегаз будет существовать в том виде, в котором он есть, все будет зависеть от кабмина, как он скажет, в каком виде он э, финплан нефтегаза на тот период, когда эти деньги в теории могут поступить, утвердит, так оно и будет. МВФ да, и много других анекдотов. Для дальнейшего сотрудничества с Украиной требует реформы энергетического сектора. Чем это грозит нефтегазу И что это означает, собственно, для нефтегаза? Ну, хороший вопрос. Там не только МВФ, там и Евросоюз, как, как, как Еврокомиссия, энергосообщество Евросоюза, также требуют и все они требуют. Вообще нефтегаза не должно быть. Вот на выходе этой реформы его, он должен быть ликвидирован. То есть его смысл. Или из него должно остаться просто трейдерское подразделение. У вот сейчас там 700 человек работает. У них, чтобы понимали, чтобы все вот ваши зрители понимали, зарплата, годовая средняя одного сотрудника миллион гривен в год. Вот пусть пенсионер, который получает пенсию. там каком-то ракитном, не знаю, Виннице, Шитомире, соотнесет свою пенсию годовую или простой там рабочий какого-нибудь завода именно Антонова в городе Киеве, кто часто получает 6-7 тысяч гривен в месяц, соотнесет зарплаты зарплатой одного любого, средней зарплаты одного сотрудника нефтегаза миллион гривен в год. Да, у всех она разная, там у Коболева 2 миллиона в месяц, у какой-нибудь уборщицы, не знаю, там 15 тысяч гривен в месяц. Но все равно вы понимаете, к чему это все веду. Поэтому что должно быть с нефтегазом? Формально он может сохраниться лишь как трейдер, поскольку все остальные функции нужно у него изъять, согласно вот той реформе и тем предложениям, даже не предложениям, а указаниям, которые по сути получает киевское правительство из Запада, от Запада. Но руководство нефтегаза, осознав, что это реальный контроль над финансовыми потоками, это какие-то политические, возможно, в перспективе дивиденды, успешно борется с премьер-министром Гройсманом, который хочет их, извините, по-простому помножить на ноль на протяжении последних полутора лет. Они никуда не собираются уходить. Они хотят сохранить контроль над укргаздобычей, то есть вот мы будем, будет добыча, а потом будем мы сверху, мы еще газом будем торговать. Зачем они там нужны, непонятно. В финале все-таки будем э, полезны каждому украинцу. В ближайшие две недели ожидаются сильные морозы до минус 17. Будем с теплом, с газом, все будет хорошо. Но если нефтегаз не допустит тех ошибок, которые были допущены в конце февраля, когда очевидно сидели, смотрели, и уже есть информация о том, что Укртрансгаз писал письма. Дорогие друзья, не хватит газа. Нужно возобновить, ну вы же у русских не покупаете, возобновите реверс в достаточных объемах. Но там было дорого. Поэтому все сидели на пятых точках и ждали почему-то, что Газпром возобновит поставки. Почему, не знаю. А потом, когда пришел русский холодный медведь, этот оказалось, что виноват Путин, как обычно. То есть, если такой ошибки не будет допущено, да, наверное, нефтегаз подписал такие контракты, по которым ему дорого было покупать. Почему это тоже хороший вопрос? Почему люди, получающие 2,5 миллиона гривен в месяц, почему-то не могут, как оказалось, в каких-то ситуациях, причем банальных, когда просто минус 15, не могут не в состоянии обеспечить потребителя и по телевизору всех заставляют прикручивать. Почему? Непонятно. По идее, я думаю, что суровая реальность и та ответственность, которая может наступить или должна была наступить, она, наверное, все-таки заставит руководство нефтегаза не допустить подобного рода просчетов. Ну, не знаю, поживем. Я думаю, что этого не будет, но практика критерии истинности. В общем, мы все увидим с вами в глаза. Давайте дальше за всем этим будем следить. Пока трое точек. Когда будет точка, ждем вас в студии и подведем итоги, Спасибо. сделаем прогноз. Спасибо, Спасибо вам большое. Це був бизнес-диалог. У нас в студии был Дмитро Марунич, эксперт за энергетических питань, голова фонду энергетических стратегий. Побачимось, залишайтесь на восьмому.